это коллега Милены по институту города Ниш, Драган Томич, композитор, аранжировщик. И его произведение вдохновлено историей их родного города, города Ниш. Дело в том, что за много-много лет до нас с вами, почти уже 2000 лет с тех пор прошло, именно в этом городе родился будущий великий император Римской империи Константин I, Константин Великий, которого многие православные церкви даже причисляют к равноапостольским святым. Он, именно он принял христианство как основную религию своего государства. Так вот, это было в далекие годы, именно в том же месте, где сейчас трудится оркестр, где трудится композитор, которого вы сейчас услышите, Драган Томич, Константинова фуга. Thank you.
Как энергетика чертата, берегом применения химии.